это Староминская станица. Деревья все белые, цветут. Это улица Западная. Смотри, какая красота, все деревья цветут. Налево Ейск, Азов, направо Кущевская. Ну, налево мы сейчас не поедем, там дорога засыпана из-за карантина. Поэтому приходится ехать самой станицей. Прям по станице. Ну и вам немножко показать. Это улица Энгельса. Красота, деревья, как будто все в снегу стоят. Все цветут. Все белые. Тюльпанчики растут вот. Яблоня цвела тут. Какая красота. На улице тепло.
Комсомольская, улица Комсомольская, пересечение. Будем поворачивать на улицу Ленина. Ленина. Здесь направо улица Урицкого. Пересечение улицы Украинская. Ну и также мы выходим на трассу. Налево есть Краснодар, Крымский мост, направо город Азов. Направо улица Гагарина. Здесь направо Красно-Щербиновская улица идет. Здесь направо улица Кирова. Вот она, улица Кирова направо. Здесь направо улица Шевченко. Вот здесь также при въезде в Староминскую есть магазин автозапчастей «Автодом» называется он. Тут же есть сервис по ремонту автомобилей. Вот он справа. Здесь направо улица Выгодная. Последняя улица у нас идет Чапаева. Направо тоже идет, вот она. Сюда. И Староминская заканчивается станица. Здесь у нас до Азова 69 километров, до Александровки 23 километра. Вот сейчас мы едем до поста ГАИ, где кончается Краснодарский край.
границе Краснодарского края и въезжаем в Ростовскую область. Поедете на Крымский мост через Азов, то вы поедете этой дорогой. Ну и также эта дорога к нам идет домой, на хутор. Куда я сейчас и еду. Проезжаем пост ГАИ, начинается Ростовская область, и там до Азова идет очень плохая дорога, которую сейчас начали ремонтировать. Не знает, у нас на WhatsApp есть группа «Переезд на юг без денег». Там люди общаются, обмениваются всякой информацией, делятся своим мнением по поводу переезда. Так что прошу, пани и господа всех, в эту группу. Ссылочка на группу будет в описании под видео. Если кто-то любит поболтать, поделиться с кем-то, познакомиться с нашими друзьями, прошу всех в гости. Вот мы уже подъезжаем к посту ГАИ. Наш знаменитый пост ГАИ. И вот здесь кончается Краснодарский край. Начинается Ростовская область. Проверка всех машин, кто въезжает в Краснодарский край.
сейчас карантин. Вот это уже Ростовская область. Дорогу уже начали ремонтировать, до Староминской будут делать, расширять. Хотят ее делать до Азова. Как вы видите, дорожка уже стала плохая сразу, но это еще хорошая считается. Там дальше она идет вообще ужасная, скорость только 40 км, не больше, на легковой машине, иначе колеса потеряешь. Где-то плохой дороги буквально, наверное, километров 40-50. И вот здесь от речки Ея. Сейчас будет речка Ея вот здесь. Начали ремонт дороги. Фигат уже. Все думали, что никогда ее не сделают, эту дорогу. Но ее начали ремонтировать. Вот здесь уже ставят объездной мост, строят. Потом мост будут строить новый здесь. Здесь будет трехполосная дорога. Три полосы, местами возможно даже четыре. Как видите, видите, дорога уже все хуже и хуже. Вот. Ну а здесь уже начался ремонт, сняли асфальт, подводят щебень, песок, расширяют уже дорогу. Пока маленький участок дороги, еще небольшой. Походу будет 4 полосы по ширине дороги, так судя.
по 200 литров заливаем. Может и 3 будет полосы, неизвестно. Да, по 200. Нет, наверное, тут будет 3 полосы, я не знаю. Ну, когда построят, мы уже увидим потом, что они тут построят, что они тут делают. Говорят по рации, что говорят, платная дорога будет здесь. Не будет платной дороги. Она не может быть здесь. Ну, хотя, кто его знает? У нас в России может быть все. Как эта дорога альтернативная или какая-то называется, как-то так. Налево у нас Александровка, Елизаветовка там идет. Вот еще буквально метров 100, наверное, ремонта дороги. Ну а дальше идет старая убитая дорога. Километров 40, наверное, дальше ее плохой дороги, по которой быстро не поедешь. Вот сейчас направо мы поворачиваем. Отрадовка, отрадная, отрадовка. Отрадовское сельское поселение. И также здесь хутор Григорьевка наш. Прокатились за 25 минут на легковой, конечно, 20 минут от Староминской до нас ехать. Так как ремонт дороги идет, и мы ехали побольше немножечко времени.
трактора, что-то сеют. Сеялка ходит. Подсолнух рос здесь, бегает пшеница. Ездили, что-то удобряли. Полях. Хутор Григорьевка уже. Наша деревня. Справа коточки вон гуляют. Я вам и показал дорогу от Староминской до нашей деревни.